вами программа «Дети в городе». Сейчас каждый ребенок знает, что спорт очень важен для здоровья и развития. Поэтому все больше детей разных возрастов хотят заниматься собой и достигать спортивных высот. Ну а как это происходит? И с чего лучше начать? Время узнать об этом. Для этого мы пришли в студию фитнеса «iFit». А вы не забывайте о нашем ребусе и внимательно следите за буквами на вашем экране. Как вы пришли к идее работать с детьми? Нам хотелось, чтобы дети с самого раннего возраста принимали участие в активном и спортивном образе жизни. Дети, которые у нас занимались и немного подросли, приняли для себя решение стать тренером. Школа фитнеса iFit с удовольствием им в этом помогла. И они возвращаются в мир спорта профессионалами и уже нашими коллегами. С какого возраста можно ходить в вашу студию? В нашу студию желательно приходить с 4 лет, так как возраст от 4 до 8 максимально способствует стретчингу, растяжке и минимально травмирует суставы деток. Скажите, из чего состоит программа тренировок? Наши тренировки начинаются с разминки. Дальше детки переходят к растяжке и к акробатике. Дальше мы разучиваем связки танцевальные разных направлений. Хип-хоп, джаз-фанк, техно, локинг, диско-слоу. На спортивные танцы вы берете всех деток или есть отбор по физической подготовке? Деток мы берем всех, несмотря на их физическую подготовку. Себя в капуэра. Что мы только не пробовали, а капуэра еще нет. А что будет на этом занятии? Меня не заставят делать сальто. Вот это мы сейчас и узнаем. Подходит ли капуэра девочкам или это занятие только для мальчишек? Здесь грация, акробатика, гимнастика, боевое искусство, а также танец, что очень подходит девушкам. Капуэра – это один из лучших способов поддержать свою красоту, свое тело в тонусе. Мы знаем, что капуэра имеет музыкальное сопровождение. Учите ли вы играть и петь? Так, мы учим играть и петь на таких инструментах, как беримбао, атабак и пандейру. Также учим петь на португальском языке, потому что капуэра родом из Бразилии. Что нужно для первой тренировки? Для первой тренировки нужно взять с собой спортивную форму, решимость и веселое настроение. Почему тебе нравятся занятия в этой студии? Потому что мы делаем всякие разные трюки, упражнения и много всяких ударов. Интересно ли проходят тренировки? Да, мы делаем растяжки, колеса, стойки, кувырки. Я вел здесь очень много друзей и спортивную подготовку. Сегодня мы пришли в студию «Фитнес iFit» как гости. Но появилось огромное желание вернуться сюда, как участники одной из групп. Наш день в студии iFit подходит к концу, но вы еще много увидите интересного в следующих наших передачах. Напоминаем вам о ребусе. Надеюсь, вы успели сложить слово из букв, которые вы видели на экране. Приучайтесь к спорту с детства, тогда будете здоровыми и активными. Пока!